Всем привет, друзья! Вы на канале «Правильный выбор», и в этом видео я расскажу вам о лучших телевизорах стоимостью до 40 тысяч рублей. В данный топ я включил 10 моделей с различными диагоналями экранов от разных производителей, и сейчас я расскажу вам о ключевых особенностях каждого телевизора. Также я оставлю ссылки на сайты в описании, перейдя на которые вы сможете сравнить стоимость этих устройств в различных интернет-магазинах. Ну а перед тем, как я начну, напомню вам, дорогие зрители, что на канале «Правильный выбор» регулярно выходит много интересных обзоров и топов на различные устройства. Подписавшись на канал и нажав на колокольчик, вы всегда будете в курсе того, какие телевизоры, смартфоны, гаджеты и бытовая техника считаются лучшими. Кроме того, в описании под каждым видео вы найдете информацию с актуальными ценами на все устройства, упоминаемые в роликах. Так что самое время подписаться на канал и нажать на колокольчик, если вы не сделали этого раньше. Ну и, конечно, не забывайте ставить лайки, если вам понравится этот ролик, а в комментариях вы можете предложить темы для следующих видео. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее, а я начинаю. Первый герой нашего топа – телевизор Samsung UE43TU8570U с диагональю экрана 43 дюйма. Его главной особенностью является технология Dual LED, которая оптимизирует тон подсветки в соответствии с просматриваемым изображением, делая цвета более реалистичными, а контрастность – более выраженной. Кроме того, потрясающее качество цветопередачи в этом телевизоре достигается благодаря технологии Dynamic Crystal Color, которая создает динамичный и кристальный чистый цвет. На этом телевизоре вы сможете смотреть фильмы и телепередачи в высоком разрешении 4К с отличным качеством картинки. Кроме того, этот телевизор отлично впишется в интерьер вашей квартиры. Он имеет систему скрытых проводов, которые не будут путаться, а также получил узкие рамки и режим Ambient, который может подстраивать экран под фон стен, и с помощью него можно выводить на экран изображения и фотографии. Также стоит отметить, что телевизор имеет множество разъемов для подключения различных устройств и USB-накопителей, а также в нем есть специальный игровой режим, который обеспечит минимальные запаздывания видео, благодаря чему вы сможете лучше контролировать свои действия в любой игровой ситуации. Среди телевизоров Sony отличным вариантом для покупки в пределах 40 тысяч рублей станет Sony KD43XG7005, который имеет экран диагональю 43 дюйма. Благодаря фирменным технологиям 4K X-Reality Pro и Triluminous Display вы сможете наслаждаться на этом телевизоре реалистичным и ярким изображением в высоком разрешении 4К. Телевизор умеет масштабировать и оптимизировать видео низкого качества, делая его приближенным к разрешению 4К, поэтому вы сможете рассмотреть все мельчайшие детали происходящего в спортивных трансляциях и фильмах. А благодаря двум 10-ваттным динамикам и акустической системе S-Force Front Surround будет создаваться эффект объемного аудио, который поможет вам полностью погрузиться в происходящее на экране. Ну а благодаря поддержке Smart TV вы сможете получить доступ к фильмам и сериалам в онлайн-кинотеатрах и приложениям на любой вкус. Поэтому каждый член вашей семьи найдет в интернете то, что ему интересно. Среди телевизоров LG отличным вариантом для покупки будет модель 43UN73506. Этот телевизор с 43-дюймовым экраном по достоинству оценят и киноманы, и геймеры. В нем есть поддержка HDR10 и HLG, мощный процессор, который работает над шумоподавлением, оптимизацией низкого разрешения, яркостью и контрастностью, чтобы зрители могли смотреть видеоконтент в превосходном качестве 4К. Но чем особенно примечателен этот телевизор для киноманов, так это режимом Filmmaker Mode, который предоставляет возможность зрителю смотреть фильм в том виде, в котором его задумал режиссер. Кроме того, телевизор имеет широкие углы обзора, так что насладиться просмотром фильма или футбольного матча вы сможете в компании друзей. Ну а для тех, кто любит игры, разработчики предусмотрели в телевизоре игровой режим, который снижает задержку вывода изображения на экран и позволяет геймерам быстрее реагировать на события в игре. Еще одна интересная особенность этого телевизора, которая понравится многим пользователям, поддержка функции LG ThinQ AI, которая способна быстро распознавать голос владельца и выводить на экран интересующий контент. Если вы ищете для себя большой многофункциональный телевизор с отличным качеством картинки, то эта модель именно то, что вам нужно.
продолжает наш топ 43-дюймовый телевизор Samsung QE43Q60TAU. В нем применяется технология двойной подсветки Dual LED, которая в зависимости от типа изображения, выводимого на экран, оптимизирует подсветку таким образом, чтобы добиться наилучшей контрастности и цветопередачи. Таким образом, на экране вы получите реалистичное изображение объекта, человека или природы, какое оно и в жизни. Еще одна особенность этого телевизора – технология Quantum HDR, которая также положительно влияет на контрастность и цветопередачу, и плюс к этому делает мельчайшие частицы изображения более различимыми. Благодаря этим особенностям вы сможете наслаждаться просмотром фильмов, телепередач, спортивных трансляций и другого контента в высоком разрешении с яркой и качественной картинкой, которая будет радовать глаз. Кроме того, телевизор получил очень тонкие рамки и режим Ambient, который позволит использовать устройство в качестве особенного элемента интерьера, выводя на его экран картины и фотографии. Также стоит отметить, что управление телевизором может осуществляться с вашего смартфона. А еще вы можете разделить экран телевизора на две части, в одной из которых будет идти фильм или телепередача, а в другой будет транслироваться контент с вашего смартфона. Поэтому вам не придется отвлекаться от просмотра ТВ на просмотр уведомлений в своем смартфоне. Продолжает наш рейтинг лучших телевизоров стоимостью до 40 тысяч рублей Samsung QE50TU7570U, который имеет экран диагональю 50 дюймов. Телевизор порадует своего владельца великолепной цветопередачей, что позволит в полной мере насладиться ярким и реалистичным изображением. А благодаря поддержке HDR можно будет разглядеть мельчайшие детали даже в самых темных сценах. Для геймеров в этом телевизоре предусмотрен игровой режим, который обеспечивает минимальную задержку изображения для максимально точного контроля за действиями героя в игре. Кроме того, данная модель примечательна узкими рамками вокруг дисплея, что улучшает восприятие просматриваемого видеоконтента. А еще, подключив этот телевизор к интернету, вы оцените возможности платформы Smart Hub, открывающей доступ к огромному количеству мультимедийного контента и разнообразным приложениям. Кроме того, можно будет управлять воспроизведением прямо с девайса от Apple, используя функцию AirPlay 2. Единственное, что огорчает в этом телевизоре, у него мало разъемов для подключения других устройств. Но если для вас это не проблема, то стоит обратить внимание при покупке на эту модель. Напомню вам, что стоимость всех телевизоров из этого топа вы можете сравнить самостоятельно, перейдя для этого по ссылкам, которые я оставил для вас в описании. Кликайте по заинтересовавшим вас моделям, когда смотрите ролик, и смотрите актуальные цены на них в различных интернет-магазинах. А пока что переходим к следующему герою нашего топа. В пределах 40 тысяч рублей можно приобрести телевизоры и с диагональю 55 дюймов. Примером такого телевизора является Samsung QE55TU8000U. Он демонстрирует отличное качество изображения как в светлых, так и темных сценах с насыщенными цветами и высокой контрастностью. Кроме того, данная модель имеет поддержку HDR, которая расширяет воспроизводимый на экране диапазон цветового спектра, благодаря чему вы видите мельчайшие детали изображения даже в самых темных сценах. Правда, углы обзора у него не очень широкие, и наслаждаться изображением в отличном качестве можно будет, сидя только прямо перед экраном. Зато, если вы любите играть в динамичные шутеры и гонки, вам понравится предусмотренный в телевизоре игровой режим. Он обеспечит минимальные запаздывания видео, благодаря чему вы сможете лучше контролировать свои действия в любой игровой ситуации. Из других особенностей этого телевизора стоит отметить безрамочный дизайн и режим Ambient, который позволит вывести на экран фотографии и картины, делая телевизор оригинальным элементом интерьера. Продолжает наш рейтинг телевизор Xiaomi E55S Pro, который также получил экран диагональю 55 дюймов. Рамки вокруг дисплея этого телевизора толщиной всего лишь 3,5 мм, что позволяет создать ощущение безграничного пространства, как будто вы сидите в кинотеатре. Учитывая еще и то, что телевизор имеет поддержку HDR, Dolby Audio и DTS, смотреть фильмы на нем вам будет очень комфортно. Из других особенностей этой модели стоит отметить, что операционная система телевизора поддерживает функцию удаленного управления элементами умного дома, а также имеется поддержка голосовых команд с помощью пульта, который идет в комплекте с устройством. Среди телевизоров LG с диагональю экрана 55 дюймов в пределах 40 тысяч рублей можно купить модель 55UN74006LA. Продвинутый процессор телевизора позволяет добиться качественной цветопередачи и высокой контрастности, а также оптимизировать изображение низкого качества и отмасштабировать его до разрешения 4К.
Помимо этого, он поддерживает технологию HDR, поэтому даже самые мельчайшие частицы изображения в темных сценах будут отчетливо видны. А благодаря широкому углу обзора можно будет устроить просмотр фильма или спортивных соревнований в большой компании друзей. Приятным дополнением, которое по достоинству оценят многие покупатели, станет функция LG ThinQ AI, благодаря которой телевизор распознает голосовые запросы и даже готов выдавать рекомендации, исходя из вкусов пользователей. А благодаря Smart TV все члены вашей семьи смогут найти подходящий видеоконтент для себя. Если вы ищете большой многофункциональный телевизор в пределах 40 тысяч рублей, то эта модель именно то, что вам нужно. Продолжает наш рейтинг 55-дюймовый телевизор Samsung UE55TU7500U. Установленный в нем высокопроизводительный процессор обеспечит вам красивую, четкую и яркую картинку в 4К с поддержкой HDR при просмотре фильмов, сериалов, телепередач, спортивных трансляций и другого видеоконтента. Кроме того, он обладает специальным игровым режимом, который пригодится заядлым геймерам. Еще данная модель примечательна узкими рамками вокруг экрана, поэтому телевизор будет отлично смотреться в интерьере любой комнаты и будет создавать ощущение безграничного пространства, как будто вы сидите в кинозале. А еще телевизор имеет систему скрытых проводов, поэтому проблем с торчащими по углам проводами у вас не возникнет. Также этот телевизор будет особенно удобен для владельцев смартфонов компании Apple. Благодаря поддержке AirPlay 2 они смогут управлять воспроизведением видеоконтента прямо со своего смартфона. Но стоит учесть, что данная модель имеет всего два разъема HDMI и один разъем USB, поэтому много устройств к телевизору подключить не удастся. В остальном же это отличный телевизор за те деньги, которые он стоит. Ну и завершить рейтинг лучших телевизоров стоимостью до 40 тысяч рублей я бы хотел телевизором Philips 58PUS6504, который имеет экран диагональю 58 дюймов. Данная модель транслирует изображение в 4К разрешении, демонстрируя высокую четкость, плавность динамичных сцен, естественную передачу цветов и глубокие черные тона. Кроме того, телевизор может похвастаться поддержкой технологий HDR, Dolby Vision и Dolby Atmos, поэтому воспроизводимые на нем фильмы будут смотреться максимально реалистично, как будто вы являетесь участниками того, что происходит на экране. Также стоит отметить, что в качестве операционной системы в телевизоре используется Sofi TV, примечательная простым интерфейсом, в котором вы без труда сможете разобраться. Для подключения устройств различного типа в телевизоре есть три разъема HDMI и два USB. Из недостатков модели стоит отметить угол обзора. При перемещении на пару метров влево или вправо от центра изображение на экране становится блеклым. Но учитывая стоимость устройства, многие покупатели закроют глаза на такой недостаток. Телевизор Philips станет отличным вариантом для покупки для тех, кто ищет недорогую модель с большим экраном. Это был топ-10 лучших телевизоров, стоимость которых не превышает 40 тысяч рублей. Напишите в комментариях, какой из представленных телевизоров вы бы купили себе и почему. Напомню вам, что посмотреть актуальные цены всех участников этого рейтинга вы можете по ссылкам, оставленным в описании. Ну а я с вами прощаюсь, ставьте лайк, если вам понравился этот топ, а также не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале «Правильный выбор».